Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Друзья, сегодня я хочу снять арбузы, потому что у нас пошли дожди. Вчера сняла маленький арбузик. Вот один тут сгнил. Сняла маленький арбузик, и он оказался спеленьким, сладеньким. Съела его, даже не успела снять. Но вот эти арбузы хочу уже снять, потому что смысла нет. Видите, вся ботва уже у меня засохла. И вот эти черешки тоже уже начинают засыхать. Усик, видите, сухой. Я думаю, что арбуз уже спелый. Посмотрим. Так что снимаю арбузы. Сейчас здесь посмотрим арбуз. Ну, видно, что этот еще не совсем доспел. Так. Хотя усик у него тоже уже сухой. Ну, нет смысла, чтобы они лежали, потому что дожди, они начинают загнивать. Вот. И вон там еще где-то спрятался арбуз один. А вот. Ну, посмотрим. Сейчас снимаю арбузы. Вот, арбузы я сорвала, там один единственный остался, но уже очень-очень, друзья, холодно. Сильно резко у нас похолодало, правда, с понедельника опять маленькое такое потепление, но ночные температуры уже холодные. Не знаю, вот этот арбуз довольно-таки тяжеленький. Еще один такой же, вот примерно такого же, это оставила я на даче. Я сегодня домой приехала и вот привезла арбузик. И знаете, решила разрезать, посмотреть, смысла держать его нет. Ну давайте будем резать арбуз. Ух ты, треснул. Ух ты, треснул, друзья. Сам треснул арбуз. Так, сейчас посмотрим. Опля. Вот такой вот. Вот такой, слышите, такой аромат. Ну, конечно, он не слишком, но уже, смотрите, почти довызрели зернышки. Сейчас попробуем на вкус. Корочка тоненькая совсем. Так. Вот так вот. Сейчас попробуем. Слушайте, сладкие-сладкие. Друзья, первый мой арбуз. Ну, чуть-чуть ему не хватило до сильной красноты. Но он сам уже треснул, в принципе. И очень сладкий. Первый раз я выращивала арбузы. И вот такой вот. Видите, уже... сейчас покажу. Косточки практически уже чернели. Да? Ну вот, но он все равно очень-очень сладкий. Если бы он еще чуть-чуть, вот буквально бы не хватило ему, ну, недельку, наверное. Сладкий. Сахарный. Вкусный. Я думаю, что и другие арбузики будут точно такие же. Не знаю. Боюсь, что тот арбуз, который еще лежит, лишь бы, скажем так, не подгнил. Но у него все там еще плеть была хорошая. Может, он вызреет. Но этот вот арбуз наливался как бы июль. Где-то вот весь июль наливался. Я уже приехала с озер. Он был меньшего размера. Знаете, он очень тяжеленький. Ну, наверное, где-то около 3 килограмм. Ну, 2,8, где-то так. Безмина у меня, к сожалению, здесь нет. Очень вкусный. Сладкий, друзья. Очень вкусный арбузик. Так что
Я считаю, что первый опыт выращивания арбуза у меня удался. В конце концов, я вот пробую уже, наверное, третий арбуз. Два вот таких вот небольших, вот, ну, где-то вот в ладошку у меня вмещались. Я уже съела маленькие. Они были тоже очень сладенькие, вкусненькие. Но этот, считаю, арбуз удался. Так что, друзья, в Сибири, в наших условиях, не особо-то я и ухаживала, в принципе, за ним. Сам он рос по себе. И, кстати, если бы еще лето продлилось на месяц у нас, да, я думаю, арбузов было бы, видимо, невидимо. Всего 4 корня арбузов было много. Вот 2 из них подгнили. Ну, где-то вот 6 арбузиков было. Посмотрим, у меня еще там 3 арбуза. 3 арбуза. Посмотрим, какие те будут. Ну вот, друзья, мой опыт удался. Я очень довольна своим опытом выращивания. Кстати, арбуз я забыла. Кто не смотрел меня? Арбуз бедуин от сибирской фирмы. Сибирский сад. Я покупала семена у нас вот в простом садовом магазине. Увидела и захотелось мне просто вырастить. Ну, тяжеленький, тяжеленький. Мне кажется, все-таки 3 килограмма здесь будет. Очень вкусный, сладкий, сочный, хрустящий, ароматный. Вы видите, какая сахарная мякоть. Ну, конечно бы, он бы был еще вкуснее, если бы недельку ему дать вот солнце, напитаться солнцем. Ну, хотя у него и усик уже был засохший, и, как его называют, вот этот вот хвостик. Вот, ну, я думаю, что вот созрел он. Может быть, он дома полежит, но говорят, что дома не дозариваются арбузы. Так что ждать было нечего. Вот такое, дорогие мои друзья, сегодня видео. Опыт выращивания арбузов удался, и я обязательно буду выращивать и арбузы, и дыни. Всем вам желаю, кто точно так же хочет выращивать арбузы будущих, хороших урожаев, друзья. Всем хорошего настроения. Осень – прекрасная пора. И всем здоровья. Это в первую очередь. Всем мира. И всех я вас люблю. Всем пока-пока. До новых встреч.